Возвращаемся с посадки от грибов. Скачем. Мы уже под дождь попали. Джуник мокрый. Я курточку уже сняла. Ай, какие полякалы шикарные. Все, скачем. Давай, давай, давай. Привет, мы уже почти доехали. Звоник. Алло. Он сидит за сранчик наш. А ну, аккуратно, только тут может быть яма. Аккуратно, аккуратно. Вот сидит. Беленький такой. Заяц. На поле сидит, охотится, видите? Ну, попробуем ближе подобраться. Да, Борчонь, ну, курочка. Везде, мешалка. За руль манежа, за руль полей. Как это там? Мокрый? Борчок. Ну, давай уже домой подойди. Лови мышку и иди. Ёлка, спасибо, вас так удивляют. Ёлка, чем ты дома? Пальтойка. Хорошая лошадь. Конструктор. Что ты к нам идешь знакомиться? Джуник, валим. Девка такая, он задом бьет. Твоя бывшая соседка. Я, мы уходим, уходим. Все. Ага, ты будешь кричать задом. Такая ты уже. Все домой. Так, все, мы почти доехали. Паркуемся. А у Екатерины, я не знаю, который день уже. Шел какой-то там, не тысяча, какой-то день, и она выбирала репихи. Он накидает, накидает. У меня Джуник все поел в левадке. Я вам покажу видео, как он их все похомячил. И Катя выбирает и выбирает. Хорошо, Джуник. Ты время засекла? Ну-ну. И что у тебя по времени? Так, Джуник, я спрыгнула. Держись. Ой, блин. Ножки мои, ножки. Скажи, что ты как этот... камень падаешь. И топаем в леваду. Отдыхать.